Сегодня ангелы несут вам сообщение крайней важности. Тот, кто постоянно занимал ваши мысли и чувства, имеет нечто существенное, что он хочет поделиться. Он долго хранил в секрете, но он хочет, чтобы вы знали, насколько сильно его отсутствие влияет на его жизнь, и что ваши дни кажутся хаосом без него. Ничто не складывается так, как он задумывал. Он верит, что вы предназначены друг для друга, что вы истинная любовь друг для друга, но как-то держал это в секрете. Причина в том, что ему трудно выразить свои чувства и эмоции. Он искренне верит, что вы – правильный человек для него, но страхи прошлого и личные трудности заставили его замкнуться и защищаться. Он боится быть снова раненым, что привело к тому, что он построил эмоциональную броню вокруг себя. Этот страх прошлого мешает ему полностью раскрываться, потому что он боится, что в отношениях могут возникнуть трудности, стресс и неустранимые преграды. Его страх, что отношения могут столкнуться с непреодолимыми трудностями, мучает его. Тем не менее, внутри него есть энергия, которая борется за открытие, потому что он глубоко вас любит. Когда он смотрит в ваши глаза, он видит свою душу отраженной и чувствует глубокую и истинную связь. Кроме эмоциональной связи, он также испытывает сильное физическое влечение к вам. Есть пылкое желание к близости, но страх все еще является преградой. Этот страх действует как пелена, затмевая его чувства, делая сложным для него действовать в соответствии со своими истинными чувствами. Тем не менее, важно знать, что этот человек планирует открыться вам в ближайшие 6 месяцев. Точное время может варьироваться, оно может наступить сегодня, завтра, на следующей неделе или следующем месяце, в зависимости от обстоятельств. Но однозначно, в ближайшие 6 месяцев вы получите более ясное понимание вашей ситуации с этим человеком. Он стремится разделить с вами свою жизнь, что он давно обдумывал. Его мысли о будущем вас пугают, но влекут. Ему страшно остаться одному, но в то же время он боится, что на основе предыдущих опытов вещи не получатся. Однако страх остаться в одиночестве на всю жизнь сильнее страха перед неизвестностью. Поэтому будьте готовы к акту веры со стороны этого человека в ближайшие месяцы. Он готов быть искренним и открыть свое сердце, просить шанс сделать все правильно с вами. Предложение идет вам навстречу, предложение, которое может изменить ход ваших жизней. Будьте готовы к этому начинанию, которое только начинается. Человек, о котором мы говорим, сейчас находится в глубоких размышлениях и самоанализе. Он уделяет значительное время, чтобы размышлять о том, как сделать это предложение, которое он хочет вам сделать. Каждая деталь того, что ему нужно сказать и как подойти к ситуации, тщательно обдумывается. Он полностью понимает важность этого шага, и его решимость делать все правильно показывает, насколько вы для него важны. Тем не менее, важно понимать, что этот процесс подготовки и самоанализа занимает время. В настоящее время он чувствует, что еще не совсем готов сделать следующий шаг. Это не означает, что он не хочет этого или колеблется из-за отсутствия интереса. Наоборот, этот человек вкладывает время и усилия в свой собственный путь самопознания и личного роста. Он стремится стать лучшей версией себя, чтобы, когда придет время, все было максимально согласовано. Во время этого внутреннего путешествия он работает над тем, чтобы получить более глубокое чувство счастья, внутренней силы и личной удовлетворенности. Это внутренняя трансформация, постепенный, но необходимый процесс, который готовит его к искренней встрече с вами. Когда он, наконец, почувствует себя готовым, вещи, безусловно, улучшатся, и чувство удовлетворенности укрепит его для преодоления всех трудностей, которые могут возникнуть в вашем отношении. Хотя может показаться, что этому человеку нет дела до вас или что он далек от вас, на самом деле все совсем иначе. Он постоянно думает о вас и воображает, как было бы замечательно разделить жизнь с вами и вашей семьей. Он не ограничивается только идеей совместного проживания, он также размышляет о том,
как можно интегрировать ваши жизни так, чтобы это было значимо и гармонично. Конечно, эта видимость может пугать, так как это связано с существенными изменениями и обязательствами, но он готов преодолеть любой страх, который может возникнуть. В данный момент его мысли сосредоточены на вас, размышляя о том, как преодолеть свои страхи и тревожности относительно этого особенного отношения. Любовь, которую он чувствует к вам, настоящая и глубокая, и он решит преодолеть любые эмоциональные преграды, которые могут возникнуть на его пути. Когда вы выражаете свою любовь и поддержку, вы делаете мощное заявление перед Вселенной, показывая, что готовы преодолеть все трудности, чтобы сделать это отношение процветающим. Важно, чтобы и вы были готовы справляться с фрустрацией или неопределенностью, которая может возникнуть на этом пути. Подтвердите для себя и для этого человека, что вы глубоко его любите и готовы сделать все, чтобы сделать ваши отношения работающими, независимо от возникающих сложностей. Примите в себя, что вы достойны любви и заслуживаете любви в полной мере и настоящей. Пусть эти слова укореняются глубоко в вашей душе, разрешая им резонировать и направлять ваши решения. Вселенная стремится к вашему благополучию и обещает положительный результат. Сегодня я решаю быть счастливым, и для этого я не буду волноваться о завтрашнем дне, я буду жить день за днем и оставлю свое будущее в руках Бога и плана Вселенной. Продолжайте утверждать это сообщение и все благословения, которые оно несет с собой. Давайте распространять позитив и доброту друг к другу, создавая вместе волны хорошей энергии. И помните, у вас есть видение своей родственной души. Эта душа может быть тем, кто уже пересек ваш путь или кто еще предстоит. Щелкните по ссылке в описании, чтобы узнать больше о портрете вашей родственной души. Давайте поднимать друг друга и создавать волны хорошей энергии вместе. Будьте готовы к следующему важному сообщению, которое вас ждет в следующем видео. Пусть Бог и Вселенная продолжают освещать ваши шаги миром, любовью и верой. Аминь.